Я их, кстати, не вижу, потому что у меня плохое качество. Где там карты Таро? Еще меня, это перед смертью заколизило меня. Блин, я как будто упал с лестницы и свернул шею. Примерно так и выглядит. Так, Данил. Я пошел карты Таро. Да, давай, вытащи, мне интересно. Смерть сейчас будет, да? А ты куда идешь с картами? Я хочу спрятаться, хорошо. Ты будешь в шкафу их открывать? Можно так. А он найдет тебя? Если захочешь, найдет, я думаю. Олег, что ты делаешь? Данил! Что это? Я возвратил тебя! Блин! Чего? Там есть карта, которая возрождает. Нифига, я сейчас свет в конце туннеля увидел. Я поэтому их и потянул, Данил. Как ты возродился, Данил? Карта есть. Ну, типа, там анимация какая-то. У меня флешку в лицо тянули. Да, там просто флешку в лицо, и ты возрождаешь. Я обосрался. Появляешься на том месте, где ты умер? Да, сразу же. Мне нахуй все, я ухожу. Спасибо. Погоди. Мы продолжаем. Какой продолжаем? Жуй таблетки. Офигеть, зарешал. Так, погоди, сейчас еще карты Таро будут. Сейчас смерть Данила тебе. Погоди, ты, Данил, будешь их тянуть? Ну надо, что, зачем? Я раз не тянул. Давай. Я куда? Причем первый уже вытягивание 2% вы на это. А, Олег, записи в блокноте, алло, это демон. Записи в блокноте? Да. Это демон? Ты его слышишь, да, он ходит еще? Не, вроде не ходит, все, можем уходить. Все, можно. А ты нормально спрятался? А! Здорово, я его искал. Вот карты, короче, прям перед входом в комнату. В туалете где? У нас. Нет, Данил, да только что мимо них прошел, на полу валяется. Ходит на третий пост. Закрой! Блять. Он тебя убил? Да. Ну, типа, я могу в теории еще одну выйти на цвет. Данил, он еще живой, скажи? Его нет больше. Данил, где карта? Я не вда, вот тут, да. Колесо фортуны, которое сошло мне 25% этого. Я же сказал. Я восстановил себе все это. Даня и Олег пойдут. Весь рассудок. Да. Я запер призрака в его комнате. Здорово, Сань. Я сжег себе 25% рассудка. Я опять же это призрак. Даня и Олег тебя ждали, а ты не приходил. Да не! Ааа! Сын, ты это видел? Да, я это видел. Я опять ослеп. Серьезно? Второй раз за тапку. Карты Таро возрождают Данила. Давай. Да блядь! Да блядь! Я первый раз такое вижу. Данил. Да. Да. Фонарик. Данил, ты сейчас опять. Фонарик выключи. Фонарик выключи. Трот открыл. Понятно, ты умер? Нет. А что, фонарь надо вырубать? Конечно. Да. Данил, ну ты разбазарил, конечно, херню просто максимально. Блин, ну так получилось. Мне даже смерть на раз не выпал. Зато мне смерть выпал. Теперь выпал Джокер, он ничего не делал. А после этого смерть. Да, смерть выпал, поэтому она ходит. Да, я смерть вытянул после этого сразу. Ебать, меня наебали конкретно. Хорош, мега хорош. А что тебе именно? Я сохранил.